Активные жители вместе с коммунальщиками и полицией организовали ночную засаду и задержали банду жуликов, по ночам грабившую городские многоэтажки. Они в черных майках, в черных кепках. Видимо, приходили сюда не первый раз. Очень похожи на террористов. Мне стало страшно. Выстрелы были, насколько мне известно, выстрелов было два. Я бежал. Бежал, потому что я не думал, что это работы работники полиции, они гражданские были, в капюшонах. Подробности совместной спецоперации жителей, коммунальщиков и полиции сегодня в программе «Кстати» в 7 вечера на телеканале Че.